Вот прекрасная кошка-то, ой. Да, она встала и стоит. Прекрасная девочка, молодец, молодец такая. Прекрасная девица. Пошла, ну давай понемножку. Фотографируйте. Хочется поехать куда-нибудь за город, потому что там у тебя есть какая-то своя территория природы. Да, вот дача. Я ее люблю за ее дикий вид. Здравствуйте, здравствуйте. Поздравляю вас. Давайте, доченька. Ой, такая красавица. Золотая да наша. Спасибо. Отличная. Молодец. Вот сюда. Гаполин такой большой. Да. Такой. Если солнце выйдет, если солнца нет, то 15. А ночью 10. Поэтому у нас такое русское лето. 10 градусов тепла. Зато хорошо пьется. Нет, она градусов 18. Здоровое желание здорового организма ничего не делать. Вот здесь вот ничего не делать мне нравится больше всего. А дача – это выходные, как бы. Это такая передышка между работой, когда ты можешь расслабиться и смотреть на воду и на небо. И ничего не делать. Вот куда мы приехали, а там... Естественно, выходные еще здесь собираются целая семья. Потому что приезжают мамы, папы, бабушки, дедушки есть, внуки есть. И это место, где собирается семья. Это хорошо сидит. А вот это шляется где-то. Отец ругается каждый раз. Петь? Еще и петь не надо. Да. Пить-то будешь? Пой, давай, пой. Чай попила, можно петь. Виновата ли я, что люблю? Подождите немножко, дайте, пожалуйста, мне отдохнуть. Нет, ну надо серьезно петь, что? Я еще, а что, разве не серьезно? Девушка до осени, эх, милка моя, шевелилка моя, шевелилка работает машинка моя. Рэпер наш.